генерала Ватутина развивает удар на фастов. Захватив фастов, они устремляются пехотными соединениями и конницей на Коростень и Житомир. Забросили нас в тыл на 30 километров от Житомира с целью недопущения противника к Житомиру. Нам, когда мы поехали, махали привет смертникам. На каждом танке по 10 человек. 3 танка. Первый танк прошел. Второй танк только поднялся наверх. Его стреляют, пробивают гусеницы. Я за ним еду, проезжаю вперед. Такая же история. Смотрим, идет цепь немцев, большая, человек 200. До них примерно 150 метров. Танкисты мне достают пулемет с танка вместе с гильзоумавливателем и выбрасывают много дисков. И вот я в шинели поднимаюсь наверх и открываю по ним огонь. Мне 3 человека из 10 помогают вести огонь по немцам. Пулемет раскаляется. В снег опускаю, шипит опять. Перебегаю каждый раз, меняю места. Шинель дымится от ствола. И вот, когда осталось до немцев буквально метров 50, смотрю, немцы повернули и бегут. Обворачиваюсь, смотрю, там наши войска. Около 1000 танков из самоходно-артиллерийских установок со стороны немцев и с нашей примерно одинаково вели бой за этот день. Несколько армий было. Вот такой достался Житомир.